Дорогая церковь, новая жизнь, пастор Виктор, Диана, поздравляю вас с этой такой знаменательной датой, четверть века земного путешествия следования за Христом. Церковь, будьте благословенны, любим вас. И рады, что на этой земле, в этом поколении мы живем и движемся вместе. Нам тоже 25. И мы радуемся, что мы служим Христу и следуем за Ним. Давайте будем продолжать следовать за Ним. Продолжать делать большие дела Господни. Спасать многих людей. Мечтать о больших планах Божьих. И Господь да использует нас еще больше для Своей славы. Будьте благословенны, любим вас.